Самые интересные и последние новости на нашем канале. Подписывайтесь и будете узнавать о них первыми. Больше новостей на нашей странице в Instagram. В воскресенье на канале НТВ вышел выпуск шоу «Звезды сошлись», где дочь Любови Успенской Татьяна, будучи в ссоре с мамой, обвинила ее чуть ли не во всех смертных грехах. Выяснилось, что телевизионщики незаконно взяли интервью у Плаксиной, воспользовавшись ее беспомощностью. В шоке от произошедшего и ведущая проекта Лера Кудрявцева, которая близко дружит с Любовью Залмановной. Как сообщили в окружении Успенской, Лера уже принесла искренние извинения ей, отметив, что о госте эфира узнала буквально за 5 минут до начала съемок. Лера поклялась, что была не в курсе, заверил источник. У нее, кстати, часто возникают споры с продюсерами по поводу сюжетов программы из-за несовпадения взглядов. Слова Тани об агрессии со стороны матери ее неприятно удивили. Не знала Кудрявцева и о серьезных психологических проблемах Плаксиной. Вслед за Лерой публичные извинения принесла и Татьяна. «Дорогая мама, прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней. Сожалею о том, что дала волю эмоциям в такой сложный для нас момент. Они порядочные люди этим воспользовались. Но благо у тебя есть такие люди, вернувшие меня домой, и Андрюша Малахов, который помог восстановить гармонию в нашей семье не ради денег и славы, а во имя чистоты и справедливости», сообщила Татьяна в личном блоге. Артистка не держит зла ни на дочь, ни на Кудрявцеву. Зато крайне негативное мнение у нее сложилось о сотрудниках НТВ, которые ради сенсаций использовали ее единственную наследницу. Андрей Малахов, возможно, в будущем выпустит программу «Прямой эфир», куда пригласит мать и дочь вместе.